Всем привет! На связи Волгодонск, самый молодой город Ростовской области. Его еще называют городом строителя и городом атомщиков. В Волгодонске много памятников и атомных предприятий, но мы не можем их всех показать. У нас мало времени. Зато мы покажем вам леща. Это лещ, символ Донского края. Девчонки, а хотите загадку? Хотим. Что объединяет журналистов и атомщиков? Ответ вы сейчас видите на экране.